фоткается зубастая. Так, дальше идем. Следующая экспозиция. Здесь прям открытая вода. Ива растет. И рыбки плавают. Можно и сверху смотреть на них. Руки не совать, кормить нельзя, сказали. Здесь как прям вот аквариум. Растения. Красиво. Очень долго гуляем. Повторюсь, 1300 билет. Если с гидом, хочешь гида нанимать, еще плюс 300. О, малышка какая забилась. Дальше идем. О, нифига себе, лежит. Песок хочет зарыться. Короче, а это плывут. И можно вот сверху посмотреть. И, наверное, вот эти акулы рифовые маленькие. Вот они, маленькие акулы эти. Но тут скатов прям очень много. Одни скаты. Вот лежит. Вода озонируется. Запах озона чувствуется. Ну, конечно. Добиться такой чистоты воды, я не знаю, какая тут фильтрация-то. Детей на экскурсию привели. Акула. Скат маленький, ну да, маленький. И вон маленький лежит на дне. Вон акула стоит. Ну а те огромные. Они там метр. Диаметр, смотрите. Рак-медведка. Вот это вот. Да, подушка. Потом обычный один. Не знаю. Это как? Смотри, здесь ничего не видно. Так, друзья, возвратились мы снова к скатам. Очень большой бассейн такой. Даже не аквариум, а бассейн. Вот это вот огромное, а это еще больше. Это я не знаю, где он есть. Метровый. Акула была большая, но я чуть ее не вижу. Вон пошла акула. И вот рыбки. А вон она, акула лежит. Дальше проходим. А-а-а. Ну да. Сейчас. Наблюдал и наблюдал бы. Следующая экспозиция — рифовый зал. Акула, акула вблизи.
маленькие прячутся, скаты прижимаются. Большие обижают на них. Говорят, в выходной здесь столько народу, что нигде яблоку упасть. Хорошо, что мы попали в такой день в рабочий. Вот вам акула вблизи. Рифы красивые какие. Да и рыбки здесь красивые. Это другие рифы. Не буду я вам название читать. Там им язык сломается. Гупер какой-то. Тарифы здесь представлены. Это морской еж. Рыбка какая-то спряталась. Это рифовая акула. Не хочет она выходить. Это такие рифы. Вон оно выглядывает. Ну и такие вот рыбки. Акулы-кошки написали. Какие-то акулы-кошки написали, ее здесь нету. Следующий риф. Такие важные. Какие синенькие. О, камера не передает их красоту эту. Ага. О, передает. А это рогатый кузовок. Кузовок. Ух ты, еще какие-то есть. Шустрые такие, не угнаться за ними. Друг за друга. Это раздулось, видишь какая? Тоже. Это рогатый кузовок, а это кузовок другой какой-то. Спиношипый. Это кузовок спиношипый. Вот он прямо. Красота какая. Здравствуй. Привет. Рыбки ручные. Интересные. Любопытные такие все.
О, маленький кузовок. Подходим, на мой взгляд, дети шумно, тоже красивыми, пока памяти хватает, здесь акула, тигровая акула, сейчас подплывет, тоже скаты. Вот большая акула идет. Какая красота! Сотый раз повторяю. Это какие-то желтоперы, я не забыл, как они называются. Да. Главный морской аквариум. Минуточку поснимаем. Ютуб забанит за музыку, ну и фиг с ним. Все равно монетизации нет. Зато вот друзья, выключил, смотрите, какая акула пришла. Блин, немножко не успел, и маленький за ней. Не выключай. По кругу идут они. Эту мы уже видели. Взгляд какой у акулы. Это уснула. Снова акула к нам приплыла. Зубы какие у нее. Точно с половиной. Но она и эта огромная. Тоже была с лишним. Давайте еще раз и пойдем дальше. Она такая любопытная. Совсем вот выход, и на выходе тюлени. Тюлени летают. Тюлени летают, как и дельфины тоже там.
бесплатная съемка. Думали, что уже закончилось, но нет, продолжение осмотра экспозиции. А тут самая красота, вот она. Вот. Смотрите, как мы так чуть не пропустили. Вот она, акула эта большая. Черепаха замерла. Это тот же бассейн, только мы зашли с другой стороны, вот в эту арку. Черепаху, смотри, что-то ест морскую капусту. Очень большая. Наверное, если я на нее сяду, она выдержит меня. Зубы акулы. Ну-ка, увеличим. Смотрите, какие зубы. Вот это да. Дальше идем. Нет, уснула. Вот это же акула. Приплыла, какая рыбка. И зависла. Экскурсии, видишь, как экскурсии пробегают быстро. Я тебе говорю, не нужны они. Вот идет свой какой-то горбатый. Он сейчас. Короче, здесь везде красота, вот видите, сверху. Какой-то новый вид акулы. Такой еще не снимал. Так, ну что, друзья, выслали с аквариума.
Очень интересно. Московский аквариум. Вот он находится. Нам понравилось. Часа три мы здесь пробыли. Ноги гудят. Но ощущения приятные. Очень хорошо здесь и красиво. Так что советую всем посетить. 1300 с гидом на 300 рублей больше. Ну а мы дальше идем гулять. Всем пока.